Всем подписчикам большой привет! Сейчас идет пора заготовки продуктов первых. Колбы или черемши, и медвежий или победный лук, который есть в продаже. Способ заключается в следующем. Нужно взять пучок колбы или черемши и сало, соленое сало. И это весь, немного головку чеснока. Весь этот продукт перемешать или перемолоть на электромясорубке. Перекрутите ее в большую одну чашку. Вы тщательно перемешаете полученную смесь. Она будет у вас зеленовато-белая. В результате получается вот такая густая, зеленовато-белая смесь. Тщательно перемешивайте. Полученную смесь можно переложить в пластиковые разовые контейнеры. Они сейчас есть в продаже, и в них хорошо хранить вот этот продукт. Они с крышечками и легко дозируется вся эта штука. Получившейся намазкой вот этой из зелено-белой можно делать бутерброды. То есть просто намазывайте их и потребляете периодически в пищу. Их украсить можно каким угодно способом. Свежими овощами сверху. И на что хватит вам фантазии. Вот это будет у вас легкий лечебный завтрак, который как щетка, проходя по желудочно-кишечному тракту, наводит там порядок, то есть подавляет болезнетворные бактерии в желудке и кишечнике, и также включая грибы, то есть грибы, которые могут там развиваться. Вот эти контейнеры нужно будет заморозить, быстро заморозить, и они будут у вас в таком же виде и не теряя своих целебных свойств всю зиму и будут поправлять ваше здоровье. Периодически вы достаете нужное количество и применяете их в пищу. Спасибо всем за внимание. А сейчас пора заготовки колбы, черемши. Всего доброго!